Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новинкой. Называется Stack Dead Hair, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайтов легкий заработок, зарабатывать денежку. Так вот он выглядит. Он только стартовал новый. Это аналог от Doge AdStack. Потом у меня я собираю Tron. И Tron, Doge. И еще у меня там есть проект. Значит, так вот он выглядит. Переведете на русский. Здесь все прочтете. Вот это что у нас тут. Ну, здесь планы. Вот. Это все можно прочесть. Здесь вопросы-ответы. Как бы регистрация здесь наипростейшая. Прописываем имя, прописываем фамилию, логин, два раза имейл, два раза пароль. Выводим буквенную цифровую капчу. На почту придет письмо. Мне вот такое вот письмо пришло. Кликнула по ссылочке и залогинилась. Вход по логину и паролю. Ну, это наша домашняя страничка. И я вот буквально минуту назад зарегистрировалась. Хочу показать вам все в режиме онлайн. Находится наша партнерская ссылочка. Здесь будет наша статистика. Здесь вот новости от администрации. Это мы все будем читать. Здесь все довольно-таки просто. Здесь наш основной баланс вывода. Это баланс для рекламы. Так как я сюда ничего не вкладываю, я в этом боксе буду давать свою рекламку. Так как здесь очень и очень дешевая, друзья, реклама. Значит, минимальный вывод здесь. Здесь вот курс мы видим. 1 USDT равен 1 доллару. Ну и минималочка здесь, минимум на вывод, 1 доллар. Как бы, да? Когда здесь появится, мы наберем минималочку, появятся вкладочки с платежными, с платежками, и мы выбираем, будем выбирать платежную систему, куда мы хотим вывести. Значит, возвращаюсь на домашнюю страничку. Ну, а это депозит, как я сказала, уже для рекламы. Минимальный депозит здесь 1 доллар. Вроде как. Вот. Здесь курс стоит. Вот здесь можно. А сумму прописываем. Так. А, здесь процессор. Значит, можно с аккаунта баланса Bitcoin, Perfect Payer, Faucet Pay. Все довольно-таки просто. Далее давайте пройдемся по вкладочкам. Вот это у нас здесь также находится реферальная ссылочка и рекламные материалы. Вот баннеры всевозможные. Здесь очень много баннеров. Так, далее реферал контекст. Здесь как бы будут, что у нас. Давайте переведем. Да. Так, повторить попытку. Здесь будут конкурсы. Значит, это готов реферальный конкурс. Кран. Раз в час мы будем собирать вот эту монетку. Значит, также вот такая вот здесь капча. Давайте введем капчу и пройдем. Соберем монетку. И что вот от сталька нам дадут до 10 долларов. Ну, 10 долларов это уже громко сказано. Также вот я получила такое количество монет. Форум. Так, далее. Надо ставить на оригинал, потому что как бы так поудобней.
Это стейкинг нам не надо. На чем мы будем зарабатывать? От VIF ADS клику. Есть шорт-линк, короткие ссылки. Я не люблю их. И что нам здесь? По 60 секунд. Вот такое количество нам монеток дают. И самая короткая 5 секунд. Вот такое количество монеток. Ну, давайте мы кликаем. Далее на зелененькую кликаем. Загружается шкала. Возвращаемся. 5 секунд. Все, нам зачет. И вот таким вот образом мы будем просматривать рекламку. Ну, рекламки здесь довольно-таки прилично. Далее, что еще? Как я сказала, это еще и рекламная платформа. И вот PaytoClick. Здесь очень дешевая рекламка. И очень хорошо с этих проектов идут рефералы. Почему? Потому что я знаю, я в других аналогичных проектах даю рекламку, и ко мне идут иностранцы. Значит, за 5 секунд стоимость рекламки вот такое количество USDT. И здесь по нарастающей уже. Вот такое. 7 секунд. 10 секунд. Ну, я считаю, неплохо. Далее вот здесь галочку надо будет поставить. Но это я потом запишу видео. Наверное, завтра. Вот. Ну, что здесь больше такого и нет. Ничего. Основные моменты я вам показала. Вот. Я обожаю. Мне очень понравились вот эти боксы. И вот Tron ADS Profit у меня есть. Вот отсюда идут очень добренько рефералы. И я думаю, отсюда тоже как бы пойдут партнеры. И вот у меня уже копеечка есть. Кому интересно, присоединяемся. Здесь статистика будет как бы наша. Так вот, реферальная статистика здесь будет как бы отображаться. И абсолютно без вложений, я думаю, как бы можно и поработать. Вот. Ну, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Всем мира, добра, любви и счастья. До новых встреч.